Ну, шея, конечно, совсем плачевна, поэтому я знаю, что периодически про нее забываю. Работаем в перчатках и руками, да, никаких у нас ни мисочек, ничего. Если пациентка приходит с там, тональным кремом, пудрой, да, вы, конечно, теоретически можете умыть средством, которое есть у вас в кабинете, да, но я очень редко так делаю. Я тональный крем, пудру, хлоргексидин у нас всегда стоит дисками, такой вот основной слой снимаем хлоргексидином и затем наносим припилинг, потому что припилинг у нас заберет все. Все загрязнения. Ну, конечно, если вот такой вот слой, еще раз повторю, надо перед этим как-то сошкрести. А так все хорошо. Никаких мисочек, воды. Все, расслабляйтесь.